Пока город спит, рабочие трамвайно-троллейбусного управления перекладывают рельсы на аварийных участках. Владислав работает в ТТУ чуть больше года. Говорит, для студента-железнодорожника это хорошая практика. В первую очередь мы снимаем старогодние рельсы и готовим шпалы. То есть смотрим, годны они, негодные. Негодные, естественно, заменяем. Вполне хорошие оставляем. Наберется опыта, говорит парень, пойдет другой дорогой, ремонтировать более сложные железнодорожные пути. Чтобы не нарушать расписание движения трамваев и не создавать пробок на дорогах, рельсы перекладывают с 12 часов ночи до 5 утра. В этом году обновят порядка 3 километров путей. Эти участки не ремонтировали около 20 лет. На данный момент на участке от 22-го подъезда до Среднесадовой идет капитальный ремонт трамвайных путей. Меняем рельсы, шпалы, скрепления промежуточные, межрельсовые. И заменяем балластный слой. В ремонтной бригаде 15 человек. Завершить все работы на этом участке планируют к середине сентября. До холодов надо успеть сделать всю запланированную на этот год работу. Валерия Квасневская, Артем Сулайманов. События.